Да, есть проблемы, понятно, все мы люди, разные трудности в отношениях. Но я хочу сказать, что проживая в районном центре, когда мы с супругой решили принять деток в семью, я скажу, что те граждане нашей страны, которые пожелают разобраться и прийти не с упреками в центры служб и в социальную службу, с какими-то там недовольствами. Сегодня вот я скажу вам, как руководитель общественной организации, работая в этой сфере, мы увидели, что очень много людей просто-напросто спекулируют этим и начинают говорить там те плохие, эти плохие. Я хочу сказать о том, что нужно прекратить плохих искать. Иначе начать делать то, что будет действительно конструктивно. Это находить диалог, приходить, консультироваться, обучаться. На самом деле мы часто боимся того, чего не знаем. И если разобраться, если прийти проконсультироваться в социальной службе, то я не знаю ни одного случая, где сказали бы: идите отсюда, это очень сложно, это невозможно и так далее. Но есть другое. Я хотел бы обратиться к телезрителям, чтобы прежде чем вы пойдете, вы разобрались в своих мотивах. Для чего вы туда идете? Если ваш мотив, и сегодня никому не секрет, зарабатывать, принимая детей в свою семью, то остановитесь, идите, возьмите ответственность на себя в жизни, создайте бизнес и трудитесь, зарабатывайте деньги. Если вы действительно мотив помочь детям, будьте готовы к тому, что это необходимо будет все это специалистами выслушать, что скажут специалисты, как это делается, б, принять как должное и пойти этим путем. Ну и самое главное, я считаю, это если вы уже поставили цель, идите, достигайте, делайте, и все получится.